Алтайское водохранилище. Вы только посмотрите, какая красота. Видите, это все в Дагестане. Недалеко деревня Черкей. И здесь нам местном продается очень много клубники, черешни, абрикос. Мы тоже купили. И все тут примерно килограмма полтора ведерко на ней продавали. По 100 рублей все. Наш экскурсовод местный остановил автобус, дабы мы все туристы затоварились. Но красота просто необычная. Вот вам наш Дагестан. Очень приветливые местные жители, душные, доброжелательные. Все приглашают в гости, чтобы ездили отдыхать в этих местах. Сулакский каньон и речка Сулак. Мы находимся на высоте 3000 метров. Глубина каньона 160 метров. Он равняется Колорадскому каньону, который находится в Америке. Видите, у нас тоже достопримечательности не хуже. Здесь мы прощаемся с Дагестаном и едем сейчас в Грозный. Это стадо баранов, перебегающих нам дорогу. И тут и козы, и барашечки. И весь транспорт стоит и ждет, пока мы не перейдут наши... Ой-ой-ой, сколько все. И зря их кушать. Вот такая наша поездка в Чечню. Вы видите, сколько их? Это же надо, наш автобус продлевается по секундочке, по чуть-чуть. Ага, кажется, закругляемся. Сейчас поедем дальше. Нет, нет, еще нет, еще идут и идут. Обиделись.